Лето – прекрасная пора, а заодно и повод сменить обстановку и отправиться в жаркие страны. Отвлечься от рутинной жизни, получить новые впечатления и зарядиться положительными эмоциями – это главные бонусы отдыха за границей. Международный туризм – отличный способ для восстановления сил, и жители нашего города знают об этом не понаслышке. Мы этим летом, в июле месяце, собираемся ехать в Египет, в курорт Шарм-эль-Шейх, потому что там очень красивое море. Хотим позаниматься дайвингом, давно мечтали. Тут самые доступные, привлекательные цены. Вот. Очень понравилось обслуживание, быстро подобрали необходимый тур. Мы прошли очень много турагентств, и вот здесь именно остановились на своем выборе. Хотим посетить много экскурсий, ждем кучу впечатлений и ждем этого отдыха. Зачастую любители солнечных ванн и активного отдыха выбирают туры, исходя из своих финансовых возможностей. Резервирование мест на морском курорте, а также оформление необходимых документов возможно в самые краткие сроки, а выбор туристических стран радует своим изобилием. В первую очередь, конечно, пользуются популярностью автобусные туры экскурсионные по Европе с отдыхом в Испании, с отдыхом в Италии, с отдыхом в Черногории. Места в этих турах были раскуплены еще весной, то есть сейчас продаются уже последние места, если вдруг они остались, либо отказные какие-то варианты. Конечно же, вылеты из Бреста радуют всех. Самолеты закрываются очень быстро, желающих полететь достаточно много. Те, кто слетали в прошлом году, в позапрошлом, они знают, как это удобно, комфортно, поэтому вылеты в Турцию из Бреста, в Болгарию, как горячие пирожки, у нас уходят. Конечно, все хотят, чтобы было максимум услуг, то есть все включено, это любимое, скажем, полный комплекс. Вот, когда заплатили, вы знаете, что у вас будет и все питание, напитки, анимационная программа, ну, скажем, какие-то дополнительные услуги в определенном отеле, то есть аквапарки могут быть, там, турецкая баня, сауна, спортивные мероприятия. Ну, то есть чем больше звезд в отеле, соответственно, тем больше разнообразия всех этих дополнительных услуг. Сегодня подготовка к поездке за границу проста и удобна. Не выходя из дома, каждый человек может заказать билеты через интернет или по телефону. Путешествие можно совершить на корабле, самолете, автомобиле или автостопом. Все зависит от личных предпочтений туриста. Запросы не сильно меняются, то есть туристов больше, наверное, в целом стало. Требования с каждым годом все повышаются, да, то есть если раньше туристы готовы были, чтобы сэкономить там $200, ехать в Москву, ехать в Киев, да, то есть сейчас как бы все хотят улетать с комфортом, то есть, ну, Брест, Минск, Варшава тоже, то есть вылеты из Польши стали пользоваться большей популярностью, особенно у туристов с визами, то есть горящие туры из Польши тоже, конечно, сегмент брестского рынка забирают. Туризм – один из лучших способов проведения каникул и отпусков. Сегодня путешественники, оказавшись в другой стране, посещают достопримечательности и музеи, купаются и загорают, заводят новых друзей. В современном мире такой вид отдыха является одним из самых эффективных способов совмещения приятного с полезным, расширяет кругозор и восстанавливает силы и здоровье.